замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. Столица, штата Нью-Йорк, я в курсах. Когда проезжаешь на автобусе из Торонто, то проезжаешь в Олбани. Там и Москву проезжаешь. В курсе у вас в Нью-Йорке есть город Москва по трассе. Прямо. Ну, Торонто, Нью-Йорк. Ну, если не Торонто не брать, Баффало, Нью-Йорк. Ну, по хайвею. Есть, Москва есть. Да у вас там этих мозг как собак не резан. Я просто знаю, что у вас есть Москва. А почему я обратил внимание, что там население, ну, когда-то было лет 7 назад, абсолютно одинаковое, только с разным количеством нулей, как в Москве. Там в Москве было 11 лимонов в российской, а там было 11 тысяч. Ну, написано везде, population там, да, как положено, 11 тысяч населения. Вот что бросалось в глаза. Да. В Торонто я живу, я же сказал, помню. А вы же стоите в России? Ну, VPN, что ж вы, не знаете, что такое VPN. А вы background city ваш какой? Откуда приехали? С Украины. А, ну, с Луганска это более, так сказать, да. Давно небось, лет 20 назад? 20. Видите, как я точно попал, определил. Ну и на какие темы общаетесь в рулетке? Может, вопросы у вас интересные есть такие? Ну, вы же с России. Сами. Или откуда вы? Откуда? Откуда я в Канаду приехал, что ли? Из Харькова. А, вы из Харькова? Зачем же вы Россию познали, Лемия? Ну, чтобы найти русскоговорящих собеседников, что ж так не ясно. А вы вообще кого ищете, вот, россиян или украинцев по гражданству? С кем беседуете? Ну так это и россиянам, и русским можете задавать. И россиянам. Это такой... Русским фиолетовым, я хочу украинцев. Он для Северной Америки не актуален, поскольку здесь нет титульного этноса, что ни в Канаде, ни в Штатах, как вы знаете. Поэтому этот вопрос не актуален. А там для России, для Украины он весьма актуален. Можно, хоть для Албании актуален, хоть для Польши. Можно задавать любому. Ну и вы, так я понимаю, что могу презюмировать, что вы спрашиваете, в чем разница, потом анализируете, да, между национализмом и патриотизмом. А что, зачем она нужна? Национализм нужен или патриотизм? Ну, понятно, что живя в Северной Америке, он не нужен, поскольку ни Канада, ни США... Нет, я высказал свой тезис, вы с ним согласны или нет? В Канаде и США она не нужна, поскольку эти страны не имеют гособразующего этноса. Вы с моим тезисом согласны? Я согласен. Я вообще спрашиваю, зачем он нужен вообще в мире, зачем он нужен? А. Не только в Канаде, в Америке, а вообще зачем он нужен? Ну, если вы меня спрашиваете, я не являюсь, в принципе, особо ни тем, ни тем, но зачем он нужен, я могу ответить. Он нужен для этнической самоидентификации, если вы имеете в виду национализм в хорошем смысле, а не в смысле нацизм, то есть когда свой этнос ставится выше других, как в Третьем Рейхе. А патриотизм, он и в Северной Америке есть. Если вы можете быть патриотом бейсбольного клуба, например. То есть патриотизм более широкое понятие, это не обязательно патриотизм в стране,
Может быть, к стране, может быть, к своему этносу, народу, может быть, к своему городу, а может быть, к спортивному клубу. Ну ладно. Голодьбу всяку прочую, за станицы родные, за луга, за ливные, да за царскую вотчину. А за себя он был совсем не разговорник. Харьков русский город. Его сделал украинским Владимиром Ильичем. Пытаясь. Да. Украине, которую он создал, какую-то экономическую поддержку. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами от Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Ура!